Привет всем, с вами канал The Big Lady of the Small House. И я продолжаю копаться в теплице, продолжаю пересаживать старые гипиаструмы. Новые, я надеюсь, закончились, если, конечно, у меня еще в куче мешков для вот таких вот случаев не найдется еще где-нибудь пакетик, когда я прячу луковицы от мужа из серии «А, ну, всегда тут лежала». Ну, самое главное сейчас у меня тема пересадка детки. Это вегетативная детка. Ее я купила весной, в начале марта. Было даже видео, как я выбирала материнскую луковицу в лотке. Я предполагала, что это Минерва. Но, скорее всего, это клоун, потому что не помню, что у меня цвела Минерва. Зато у меня в огромном количестве процвели клоуны. Как минимум из 4 источников. И поэтому я уже даже не знаю, что у меня растет, где растет и как. Итак, что у нас есть? Луковица, которая посажена в конце марта, начале апреля. Мне уже отовсюду поперли корешки. Вон они везде. Везде торчат. Вот раз, два, три, четыре. 4 корешка торчит. И я ее буду сейчас пересаживать. Отделена она была чуть больше, где-то вот такого вот размера, крохотулечка. Сейчас посмотрим, сколько она нарастила за 4 месяца. И корни хорошенькие тут. Сразу дренаж отправляется в горшок. Горшок убирается. А здесь я добираю дренаж. И досыпаю. Смотрите, какие роскошные корешки. Напоминаю, это 4 месяца луковица находится в этом горшке. Тут уже местами корни начали слипаться. Это в тему, а зачем гипиаструмам большие горшки. А вот мы сейчас посмотрим, зачем. Так, я вчера поливала, потому что у нас жара вернулась. И не поливать гипиаструмы, даже те, которые планируются к пересадке, было слишком жестоко. Поэтому я слегка полила. Где-то через эту неделю у нас опять жара. Через неделю ожидается опять пик до 38 официально. Но учитывая то, что когда было официально 34, у меня градусник на стене, в тени. То есть по всем правилам показал 38 уже к 4 часам дня. Днем я просто не высовывалась. То жара у нас будет еще та. И поэтому я пока гипиаструмы не кормлю, потому что в такую жару подкормка может просто-напросто сжечь корни. Поэтому обходимся поливом и пересадкой. Посмотрите, какие хорошие накапливающие корешки. Вот это толстые накапливают питательные вещества. Тонкие собирают его из грунта. Итак, я наполню горшок. Помните, я любитель использовать хотя бы половину старого грунта. Потому что, во-первых, в этом случае луковица еще не весь потенциал грунта израсходовала. Свои собственные фитонциды, которые выделяет луковица. Я знаю, для многих посетителей канала, те, которые только-только присоединились, может быть шоком, что я сажаю гипиаструм в такой горшок. Но из моего опыта и опыта всех моих одногруппниц на Фейсбуке, группа есть такая, гипиаструм Амарилис, любовь с первой луковицы, где все проходили стадию крохотных горшков, теряли луковицы и в итоге либо испытывали это все на своем горьком опыте, что гипиаструму нужны большие горшки, либо уже пользовались нашим опытом и без каких-либо потерь
легко восстанавливали луковицы после цветения, после нахождения на помойке. На помойке, естественно, обычно выбрасывают луковицы отнюдь не магазинного качества. Там очень многие жалуются и на гниль, и на паразитов, и на все, что только может быть. Это специально подсаживаю под донцы луковицы грунт, потому что я хочу посадить ее как можно выше, чтобы у корней было больше простора. Конечно, идеально было бы дать этой луковке 9 литров, но, увы, у меня просто сейчас нету возможностей. Поэтому, так как у меня идет огромный конвейер по пересадке, из крохотных побольше, вернее так, из больших в огромные, из средних размеров в большие, из крохотных в средние размеры. И вот так вот я весь день в теплице тасую горшки. Естественно, каждый горшок после луковицы стерилизуется. На полчаса я его натираю обычным доместосом, оставляю его вот прям так вот на сухую. Натираю на полчаса жирненько, после чего этот слой я смываю. Этого достаточно для того, чтобы продезинфицировать горшки на случай, если луковица в скрытой форме болеет мозаикой гипиаструма. Вполне возможно, что луковица выдает долгое время хранит в себе этот вирус, и в случае стресса он у нее вылезает. Никогда не знаешь, то есть бывают случаи, когда стоит луковица здоровая-здоровая, и вдруг в какой-то момент начинает пестреть, то есть вылезает какое-то условие, которое ей не нравится, и луковица начинает показывать себя во всей своей вирусной красе, что совершенно мне не хочется, так как если одна заболеет, то хочешь не хочешь по теплице, как бы я ни травила, заносится ветром, заносится с новыми луковицами, из карантинника может куда-то занести. Трипсы, тля, прочие паразиты, которые спят и видят, чтобы поесть вкусненького. Поэтому все гипиаструмы у меня находятся, первое время находятся в карантиннике. Естественно, они все обрабатываются актарой, они все обрабатываются фунгицидом, они обрабатываются акарицидом. И в таком случае луковица еще стоит полгода у меня в карантиннике, подальше от всех. После чего она переносится в раздел не особо ценных луковиц. И уже дальше, в зависимости от ее поведения, я смотрю, куда ее ставить. Так, я думаю, эту бирку я просто уберу. Поставлю сюда новую. А этот горшочек у меня отправится на окно, на свое старое место. Тот горшок, из которого я ее выкопала, естественно, пройдет процесс стерилизации, после чего в него будут посажены детки тех луковиц, которые я должна буду получить осенью. Надеюсь, я их получу. Не будет никаких кризисов глобальных, не будет никаких локдаунов. И в этом году я спокойно получу луковицы без всяких эксцессов, как это у меня происходило в прошлом году. Но в любом случае, весь день в теплице. Сажаешь, копаешь, ковыряешь. На сегодня все. Пока.